Так, продолжаем делать модель. Теперь делаем UV-развертку, сделали Shade Smooth, Auto Smooth. Так, UV Editor, и разворачиваем каждую деталь. Shift-G, Sharpness, Ctrl-E, Mark 7, A, U, Unwrap. Скрываем здесь. Shift G, Sharpness, Ctrl E, Mark 7, A, U, Unwrap. Есть. Аж скрываем здесь. Shift G, Sharpness, Ctrl E, Mark 7, A, U, Unwrap. Аж скрываем. Shift G, Sharpness, Ctrl E, Mark 7, A, U, Unwrap. Так. Ctrl E, Mark 7, A, U, Unwrap. Так получше. Аж скрываю. Shift G, Sharpness, Ctrl E, Mark 7, A, U, Unwrap. Аж скрываю. Здесь. Shift G, Sharpness, Ctrl E, Mark 7, A, U, Unwrap. Аж скрываю. Итак, Shift G, Sharpness, Ctrl E, Mark 7, A, U, Unwrap. Аж скрываю. Shift G, Sharpness, Ctrl E, Mark 7, A, U, Unwrap. Ctrl E, Mark 7, A, U, Unwrap. Аж скрываю здесь. Ctrl E, Mark 7, A, U, Unwrap. И снизу. Ctrl E, Mark 7, A, U, Unwrap. Аж скрываю. Shift G, Sharpness, Ctrl E, Mark 7, A, U, Unwrap. Аж скрываем. Shift G, Sharpness, Ctrl E, Mark 7, A, U, Unwrap. Аж скрываю. Shift G, Sharpness, Ctrl E, Mark 7, A, U, Unwrap. И еще разрежем вот здесь. Shift G, Sharpness, Ctrl E, Mark 7, A, U, Unwrap.
Shift G Sharpness Ctrl E Mark 7 A U Unwrap. Аж скрываю. Shift G Sharpness Ctrl E Mark 7 A U Unwrap. Shift G Sharpness Ctrl E Mark 7 A U Unwrap.
Shift G sharpness. Mark 7. Ctrl E. Mark 7. A U. Unwrap. Alt-H, открываю все. Так, здесь у меня стоят еще цифры, надо их все поменять. Edit, Batch Rename, Strip Characters и в конце цифры. Окей, и точки убрать. Batch Rename, Punctuation. Готово. Так, дальше. Есть аддон специальный текстул. И добавим на него checker map. Размер 4000 и checker map. Есть. А, выбираю все, выделяю вот этот объект. Ctrl-C и копии. Объединим. Ctrl-L. Link materials. Все, теперь материал добавлен. Дальше. Ctrl-A. Scale. Tab, режим редактирования. А. U unwrap. Выделяю все. Select. Select overlap. Смотрим overlap. Вот есть overlap.
здесь. Один. Потому что мы его не развернули. Соответственно, хайполи он тоже, наверное, не развернут. Надо смотреть. Ctrl-E, Mark 7. Ctrl-E, Mark 7, AU, Unwrap. Select Overlap. Здесь оверлапа нету. Вот еще есть оверлап. Mark 7, AU, Unwrap. Ctrl-E, Mark 7, AU, Unwrap. Здесь тоже не стоит ничего. Subdivision убираю. Больше оверлапов здесь нету. Еще раз попробую. Здесь.
Так, верно побольше. Да, вот здесь еще есть. Верно, побольше нету. Смотрим, какая у нас будет здесь текстура. Открываю высокополигональную, Ctrl-A, Scale. Сохраняем Ctrl-S. Итак, выделяем все. Файл, экспорт, FBX. И пишем... Хайпори. Перед этим применим модификаторы. Apply all. Готово. Файл. Экспорт. FBX. High Poly. Выбранные объекты. И Apply модификатор уже применили. И Bake Animation убираю. Экспорт FBX. Сохраню. Сохраняю. Скрываю high поле, открываю low поле. И делаю то же самое. Файл. Применяю модификаторы. Файл. Экспорт. FBX. Low поле. Выбранные объекты. Геометрия, Bake Animation, все готово. Закрываем Blender и открываем Substance Painter. Дальше. Файл. New. PBR Metallic Roughness Alpha Blend. Start Set. 4000. OpenGL. Выбираем.
Hello poly model. Окей. Здесь название, так как был материал применен. Checker map, он тут вот так называется. Поменяйте и поменяется название. Так, модель перенесена. Далее. Bake mesh maps. Загружаем high poly. 4000. Apply diffusion 64. 16. Bake mesh maps. Здесь уменьшаем. Здесь, наверное, у нас артефакт был. Сейчас глянем. Да.